привет всем. А кто тут у нас? А кто Эрик? Это кто у нас? Это моя сестра Сабина сегодня с нами в ролике будет участвовать. Привет. Будем знакомы. Она меня слышит? Всем привет, ребята. Да, она тебя слышит. Привет. Привет, привет. Дорогие друзья, сегодня у нас продолжение проекта... Как ни странно, 50 тысяч гемов. Вы просто представьте, мы задонатили 50 тысяч гемов на два аккаунта. 25 у Эрика тысяч, 25 тысяч у меня. Цель этого проекта — как можно выбить больше легендарок за 25 тысяч гемов. Спойлер! Если вы не смотрели предыдущие серии, пойдите посмотрите. Дальше будут спойлеры. Первую легу на моем аккаунте уже имеем. Выбил ее Никита. И он выбил сразу там, буквально первый боец, который выпал, это сразу же Спайк выпал. Он потратил 700 гемов. И мы помним, да, что каждый... видос мы открываем на 2700 гемасов в сундуки. Если лего падает раньше, то остаток гемов плюсуется на следующий видос. Поэтому у меня сегодня 4700 гемасов. Прикиньте, 4700 я буду открывать на 4700 сундуков. Короче, друзья, по-любому сегодня, видите, я даже легендарную футболку одел. По-любому сегодня должна выпасть лего. С вас лайк, подписка. У Эрика будет его экран, у меня мой. Я, Эрик, готов начинать? Ты готов? Да, я готов. Ребят, 4700 гемасов. На этом аккаунте уже потрачено почти 10 тысяч гемов. И всего лишь одна лего. Смотрите, сколько бойцов еще не выбитых. Усаживайтесь поудобнее. Почти на 5000 гемов сейчас открою сундуков вам. Ай, понеслась. Поехали. Я один бесплатный открыл, у меня в магазине был. У меня должно остаться 11 тысяч. Открывай. Сестра, да, сейчас открывает? Да, у меня сестра открывает. А ей больше везет, да? Потому что она еще неопытный игрок. И неопытным игрокам всегда идут поблажки. Кстати, ребятки, не забудьте ввести аурум в магазине. Обязательно код аурум. Обязательно вводим. До конца месяца всех проверю. Так, ну что, что там у вас? Как у вас дела? Да пока что ничего не выпадает. О, боец! Сразу выпал новый боец! Фух, блин. Какой? Фух, ну это не лего, это не лего. Это мистер Би. Ну, как бы... потому что лего. Как бы мифик, да. Слушай, а сколько твоей сестре лет? Ей 5. 5 лет. Ребят, давайте так. Пожалуйста, я очень хочу, чтобы мой сын забатлил с твоей сестрой. Очень сильно хочу. Давайте в следующем видео дадим им возможность. Прикиньте, Данька со своей... У нас 6. Опа, а ну. Опа. А вдруг что-то будет? Так, да, открывай. Подписки. Подписки. Нане выпало. Нане. Давайте попробуем набрать на этом видосе 100 тысяч лайков. И Данька с твоей сестрой в следующем видео. Давай, Эрик, попробуем. И они пускай дети забатлят. Да, я думаю, это зайдет, будет интересно. Ну, мы как бы тоже дети, только взрослые. А это будут маленькие дети батлить. Короче, ребят, с вас лайки, с нас, короче, веселый видос. Прикиньте, мне самому интересно, что с этого получится. Так, все, понеслась. У меня очень много сундуков еще, очень впереди мне 4. У нас уже на аккаунте 7 эпических бойцов. Остались только мифические, хроматические леги. Да, у меня уже давно так. На 4700. Так, ну лего я выбью, потому что если лайк поставил ты, то лего будет у меня. Все правильно. Так. Смотри, как быстро тратится. Боже, ты видел, как у меня быстро тратится гема? Мне что-то быстро. У меня 6 предметов. Смотри. 6. Фу, это калет, это калет, это калет, это калет. Это калет. Так, я сейчас посмотрю еще раз, что у меня не нету, что у меня еще нету. Пятерочки. У меня нету легендарочек, 3 мификов. А, Пайпер, мне еще Пайпер должна выпасть, потому что у меня Пайпер не было. Жалко, что первую легу не я выбил, блин. Никите дал просто открыть сразу с первого же этого. Я ору с этого. Может опять позвать? Я говорю, Даню если посадить, все, это отвечает, это полностью все, это леги будут сыпаться только так. Так, ну что-то нам пока не везет. Нормально, нормально, не переживай, сейчас все будет. У нас еще, ты же понимаешь, сколько у нас еще гемов? Боже, ты представь просто, подписчики, кто хотел бы столько гемов у себя на аккаунте? Ну, хоть кто-то, поставьте лайк, кто хотел бы. Кстати, если у Эрика наберется 1 000 000 подписчиков, то Эрик разыграет очень много гемов. Поспешите стать до 1 000 000 его подписчиком. Ссылка в описании на его канал. Я думаю, он закатит очень крутой конкурс для своих подписчиков, поэтому залетайте. Такая возможность только один раз. 1 000 000, он один раз. 1 000 000. Главное, чтобы я не открыл больше. Мне 11. Боже. Мне еще столько сундуков открывать. Капец, просто посмотрите. Тонны, тонны сундуков летит. Так, у нас пока что ничего. А ты помогаешь, Эрик, или... Не, она вообще сама открывает, она уже не может. О, молодец. А ты играешь в Brawl Stars? Ну, она один раз пробовала. Она пробовала, у меня играла, у себя скачивала и играла. У папы.
Бапы. Надо им батл устроить, я тебе говорю. Блин, подписчики, поддержите идею батла. У меня пока пусто, но я как бы не расстраиваюсь. У меня еще куча гемов. Да, у нас пока не везет. Сколько у вас гемов осталось? Так, сейчас посмотрю, сейчас она откроется. Да, у меня 12708. Боже, сколько гемов, я когда называю, у меня аж руки дрожат. 12 тысяч. У нас 12521. Ой, я вас догнал почти, прикинь. Я быстренько открывать начал. Боже, я столько гемов потратил, офигеть. И еще не выпала Пайпер. Еще 1000 гемов у нас. Можно 1000 гемов скрывать. У меня получается сейчас 12380. Блин, как же трудно Легу выбить, оказывается. Ребята, представьте, столько задоначено. И так вообще это жесть. Как, я не знаю, это капец. Вот первая Лего выпала. А какой шанс на Легу? Давайте посмотрим. Так, давай я тоже быстренько, да? 0,056. У меня 0,057. Слушай, ну мне осталось 460 где-то. Короче, около 500. Все, меньше уже меньше осталось. Боже, пожалуйста, еще один боец, пожалуйста. Ну почему так ничего не падает? У нас еще 600 гемов где-то. Я один открою. Давай. У нас все равно ничего не выпадает. Боже, так... Ну да, тебе вообще это... Тебе только эпически. Мне хотя бы колет выпало и... Опа! И мифик. А, да, 6 предметов. Так, либо это Пайпер, либо это Лего. Все, третьего не дано. Ну, вы знаете, лайк, подписка. Закрой глаза. Мне не надо покупать ничего. Это Пайпер, блин, расстроился немножко. Ну зато теперь все эпические. Все, прикинь, это был последний сундук. 11580. Ребята, я в этом видосе потратил 4700 гемов. 4700 гемов. Выбил колет, выбил Пайпер и выбил... Кого еще я выбил? Мистер Пи. Мистер Пи. У меня остался 3 мифика и 4 леги. И еще 11000 гемов! И следующая серия будет с Данькой и с твоей сестрой. Если, конечно же, ребятки, вы поставите лайки. Если вы не поддержите, то тогда, не знаю, расстроюсь и потрачу все 11000 гемов. У нас еще 200 гемов где-то осталось. Давайте. Блин, так обидно, реально. Как-то так плохо стало падать. Ну, последний сундук уже. Ну, блин, так оно и есть. Это поначалу падает много, а дальше уже, конечно, вообще голяк. Блин, я ваш экран не вижу. Ребята, потом в конце этого проекта мы сделаем с Эриком нарезку. На оба канала зальем, где будет видно и Эрика открытие экран, и мой одновременно. Все 25 тысяч гемов мы потратим в одном видосе. Точнее, 50 тысяч гемов потратим в одном видосе. Все? Ну-ка, да. Что, вы только один эпик выбили? Да, что-то сегодня невезучий какой-то у нас выпуск получился. Так быстро, хрех, еще. Так быстро открылись. Хочешь еще? Хочешь еще? Хочешь еще? Одну. Вот с Данькой в моем следующем выпуске обязательно. Короче, ребят, поддержите, пожалуйста, чтобы этот выпуск состоялся. Ну что, мы на этом будем прощаться, в общем. Это еще не конец, это чуть больше половины. Но впереди еще, ребятки, 11 тысяч гемасов. Не пропускайте. Выпуски выходят почти каждый день. Через один день мы выпускаем эти ролики. Поэтому жду вас всех в следующем видосе. Через один день, возможно, будет Данька, возможно, не знаю. Спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующем ролике. С вас лайки и подписки. С нас трата гемов и денег. Всем удачи, скоро увидимся и до новых встреч. Всем пока, друзья!